кажется, он сел. Слышишь, долго слишком гудит. Пойдем встречать. Сейчас он тут улетел. Хрен его знает, тут меняется погода постоянно. Да, вижу, отделение прямо, он в поле высадил отделение, они к нам идут. Минус один. Блин, в травке там лежат, не видно их ни хрена. У тебя осталось еще семерка? Да. Только я не могу понять, куда. Дымы зеленые, смотри, в поле они там раскрыли. Вот туда. Чуть ближе зеленых дымов. Ближе, ближе, ближе. Далеко улетело. Ветка летит. А вон он направо бежит. А, вижу. Он упал, он упал. ГПшит, ГПшит из домов. Бляха. Все, у меня закончились. Угу. Я чуть правее обойду, не рискую особо. Да, если кого-то убил. Не, 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 нет. Блин, трава слишком густая, красивая, хоть на низкие ставь. Я тут их нифига не вижу. У меня вообще трава только сейчас почему-то нормально прорисовалась. Проверим мою теорию. Там трава. Качество травы. Самое низкое. Ну да, тут голое поле почти, если самое низкое ставить. Мы, кажется, всех перебили. Нет, там же кто-то ГПшил. Да? Там по-любому. Даю ГПшку туда. Ой, гранату. Убил, убил последнего. Не, ну поле, конечно, вообще некрасивое на низкой траве. Лысенькое такое. Не видно, да? А иначе не видно, он лежит там в этой красивой траве, его не видно, вообще не видно его никак. Вообще борзел. Не, не знаю, у меня на низком трава, поле нормальное. Да, да, ты... В смысле, ты же плотность, или как там называется, травы вроде стояла высокая. Качество травы высокое у тебя стоит? Низкая поставила, все равно трава, траву нормально видно. Ну, это ты вот на высокое поставишь. А, смотри, ну если вот видно. Поставить самое низкое. Ой, он жив. Там, да, там поле. Хочешь эмку с оптикой? Затестить. Ты его убил или он? Да, добил, добил, идем. Пока не исчезло тело.
Мина и титя у него в сумке. Что-то едет. Едет тачка. Хаммер едет. Прячься. Блять. Стопается? Встал. У дороги. Я его не слышу даже. Да как? К тебе едет. А, теперь слышу. Я теперь слышу. Попал. Он может выйти, теперь... может выйти. Контроль. Он может быть 300-й и за этим, за водилом сидеть. Mm-hmm. Добьешь его, подойдешь? А, водила не вижу, да. Со стороны водила я не вижу. А вот со стороны этого вроде никто не ходил. Если я к костру подойду, а вот меня не прибьет? Еще едет, там же по дороге. Принимай, Ань. По стеклам. Пипец, я сваливаю. Еще вертуха у них с базы летит. Убил одного в поле. Ляха-муха. Еще один гпшит. Меня гпшит. Дымы раскрываем. Да ну хорош. Где ты там? Двое, что ли? Что-то быстро слишком. В машине трое как минимум сидело. Блин, у меня перегруз, что ли, что я вообще кое-как хожу. Ты рядом с машиной или нет? Нет еще. Я 100 метров от нее где-то по посадочке. Сейчас поищу этих жуликов, которые гпшат тебя. К машине сейчас кто-то подошел. Противник. Блин, я там уже не вижу в кустах. Ага, вижу. Одного убил, второй в твоей посадке, где ты была. Черненький такой. Лёг, он там лежит, ползает. Он, да? Убил. Еще один ходит черный. Ага, вижу. Убила. 300-й может быть, надо добивать. Ну, бошка попала. Ой, тут это не факт. Ну, там простреливается сквозь него, наверное, мертвый, значит. Моя ГП? Да. Вражеский ган подобрал. Вот один раненый лежит с картой. Карту, походу, смотрел. Добил. Ко мне подходишь? Я у Хаммера хожу. О, тут снайперка вражеская. Добил еще одного раненого. Они все раненые, ты представляешь? Я подхожу. Все, блин, ранены. Это я! Я знаю. Ты мне показалось, ты по мне стреляешь. Да я трупы добиваю, трупы. Вот этот... Нет, мертв. А как понять, мертв? Там будет проверить раны, значит, он жив. Если есть кнопка обыск, значит, он мертв.
Бля, нормально, мы тут встретили, слушай, две тачки. Еще и высадку сверта закрыли. Блять, я минус! Кто-то жив был еще у них. Что? Тачка едет слева, вражеская. Две. Три? Ну как едет, блять. Кубарем там летит, вон. Че, он даже не ранился? Не будет хилиться? Ну они куда-то дальше, на север поехали. Надо, короче, дорогу эту контролить, я понял. Подожди, он останавливается, что ли? Колеса, конечно, зачет. Так. Ну, кровь у тебя от головы летит, братанчик. Там выше сарайчик ходят. Враги вот тут ходят. Выше сарайчик. Слева что-то опять едет. Медики. Давай, спешивайся, толкай, иди. Не хочет толкать. Хочет идти и стрелять. Готов. Контрольный сейчас дадим. Все, я думаю, ему хватит. Что-то там за ангаром толпа. Это все враги, кстати. Сколько туда метров было? 400. Садись давай. Противник. Опять что-то едет. Мрабчик. Еще минус один. Вроде бы добил. Будешь спешиваться, чел? Будет. 370 метров, в принципе, пойдет и 400. В ангар, походу, решил зайти. Что он удумал там?
Опять что-то едет. Еще один мраб. Уф. Хорошо. Ну вот у мрабчика стекло вряд ли простреливается. Он просто выкинул его. Бля, БТРчик на перезарядку ушел. Давай, заряжай. Этот будет спешиваться, с трубы пробовать выбивать, может быть. Блять, патроны. За пулик сел. Чуть-чуть башню бы вот он повернул. Пока что все трупы. А это что здесь такое? Еще минус двое. Зушка поехала. Так это ж наша зушка. Захваченная, что ли? Убил водителя! На, и этого тоже. Найс! Почувствуй аппарат, блядь. Едет что-то слева. Амбик едет. А почему верт работает по своим? Вражеский. Тандемный. Тандемный выстрел, чат. Нормально? Инфу дает. Они что, вертушку на меня навели? Совсем обалдели. Этот сидит там все еще в безопасности. Давай, прицелься.
где там эта мыша? Да ладно! Зато меня, конечно же, блять, убивает ваншотом. Конечно же, конечно же. Но я там нормально, конечно, грязи наделал. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.